Итальянские страсти по-нижегородски. Выкса стала местом для большой и громкой итальянской свадьбы. Напомню, в минувшие выходные в Выксе проходил масштабный культурный фестиваль «Артовраг», в котором приняло участие более 10 тысяч человек. Это художники, скульпторы, актеры, поэты, жители города и гости Выксы. Для Нижегородской области это событие масштабное, значимое, поэтому мы подготовили серию репортажей о самых интересных мероприятиях громкого культурного фестиваля. И на «Артовраге» нашлось и место для любви. Там отметили свадьбу по-итальянски. Amore mio. Sì, sì. Fratello! Facaccio, Mario! Il ristorante! Giulia, bella, bella! Bella, bella, bella! Scusi. Mario! Встреча прошла замечательно, а теперь все гости побывают на веселой свадебке. Поздравляем вас! Grazie, grazie, signori, grazie! Perfetto, presto, presto, presto! Romaggio! А почему? Почему в Иксе празднуете свадьбу? Итальяно, итальяно. Приглашаю итальяно. С нами дэнто. Опа, опа. Сеньори, grazie, grazie. Большая итальянская семья. А при чем здесь Икса? Негде было, все занято. Это что такое, что такое? Sei speciale trasporto italiano trasportire. E sei amico. Азартно. Понравилось. Прям заводит, заводит. Джульетта. Роскошно, у нас так же было примерно. Драк не было, был просто угар. Это сердечно, прям слезы капают из глаз.